Башкортостан біздің азатлықтың, бірдемліктің нықлы қалқаны. Уралдағы барлық милеттерге хин атайсал, дуслық ватаны. Башкортостан шатлық илі, Башкортостан сафлық илі, Башкортостан милет ара мәңгі хүнмеф дуслық илі. Башкортостан, моя земля, родимые просторы, у нас и реки, и поля, холмы, леса и горы, народы как одна семья. Хотя язык их разный, но дружбой мы своей сильны, и мы живем прекрасно. Хайырлы күн, қадірлі оқушылар, оқытушылар, ата-әсәләр, жюри ағзалары. Добрый день, дорогие учащиеся, уважаемые учителя, наставники, родители, организаторы, члены жюри. Мы рады приветствовать вас на торжественной церемонии открытия Республиканской олимпиады по родным языкам и литературам среди обучающихся 8-11 классов общеобразовательных организаций Республики Башкортостан. Олимпиада объединила представителей разных национальностей. В ней принимают участие 292 обучающихся победители муниципального этапа Республиканской олимпиады по родным татарскому, марийскому, чувашскому, удмуртскому языкам и литературам. Для открытия олимпиады слово предоставляется заместителю министра образования и науки Республики Башкортостан Галиевой Альфие Закировне. Хайырлы күн, хөрмәтле оқушылар, хөрмәтле оқытушылар, жюри ағзалары. Добрый день, уважаемые учащиеся, дорогие учителя, члены жюри. Я рада объявить о торжественном открытии Республиканской олимпиады по родным татарскому, чувашскому, марийскому, удмуртскому языкам и литературам. Как мы знаем, наша республика многонациональна, и у нас в республике изучаются 14 родных языков. Это русский, башкирский, татарский, чувашский, марийский, удмуртский, мордовский, украинский, белорусский, немецкий и латышский языки. Сегодня здесь собрались достойнейшие учащиеся, представители разных национальностей и вероисповеданий, которые, я уверена, покажут свои отличные знания по родному языку и литературе. Олимпиада – серьезное и увлекательное испытание. Участие в ней не только большая честь, но и большая ответственность для каждого из нас, из вас, представляющих свою школу, свой район, свой город. Для участия в Олимпиаде заявлено 292 обучающихся. Из них по татарскому языку и литературе 189 школьников, по чувашскому языку и литературе 46 школьников, по марийскому языку и литературе 39 школьников, по удмуртскому языку и литературе 18 школьников. Уверена, каждый из вас достоин победы. Поэтому какие бы результаты вы ни показали, ребята, проделанные вами до этой олимпиады, работа уже заслуживает самого искреннего уважения. Я желаю вам достойно выступить на олимпиаде, продемонстрировать все свои знания. Желаю всем участникам и организаторам олимпиады творческих успехов. Благодарим вас, Альфия Закировна. Дур рахмет. Мы разные, мы говорим на разных языках, поем разные песни, но все мы равные, мы одинаково любим землю, на которой живем, и у нашего общего мира один цвет, цвет надежды. Для приветствия участников Олимпиады слово предоставляется депутату Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, члену Комитета Государственной Думы по делам национальностей, председателю региональной общественной организации Ассамблея народов Республики Башкортостан, доктору философских наук Рахматуллиной Зугуре Ягануровне. Қадірлі балаларыбыз, құрметлі ата-әсәлер, оқытушылар, дорогие наши ребятишки, уважаемые педагоги, родители. Олимпиада по родным языкам – это уникальное явление в системе нашего образования. Это встреча всех тех, кто бесконечно влюблен в свой родной язык. Знание родного языка – это удел счастливых людей. Это счастье – уметь на нем разговаривать, читать, писать, думать и даже петь. Сегодня, в век глобализации, мы все прекрасно знаем, что наши родные языки нуждаются в экологии, как и природа. И
Огромное спасибо вам, вашим родителям, вашим педагогам за то, что вы вносите свою лепту в эту защиту. Знание родного языка – это уважение не только к своему языку и своему народу, но это и уважительное отношение ко всем народам, у которых также есть свои бесценные и любимые родные языки. Дорогие ребята, сегодня языковая эстафета в ваших руках, а мы, взрослые, родители, педагоги, передали ее вам, и вы должны по закону природы и человеческой жизни передать эту эстафету своим детям, а те своим детям, и только так может продолжаться жизнь языка. Удачи вам, успехов, и пусть стихотворные строки из моего посвящения родному языку станут негласным девизом Олимпиады по родным языкам. Язык родной, священный отче дом, и двери ты в него не закрывай, захлопнешь, не откроешь и ключом, не предавай язык, не забывай. Язык родной орлом степным парит, и дух, и душу нашу стережет. И кто язык с родной свой сохранит, тот и народ свой в мире сбережет. Удачи вам, Умштар! Благодарим вас, Загура Егануровна. Зур рахмет. Для приветствия слово предоставляется ректору Института развития образования Республики Башкортостан Янгирову Азату Вазировичу. Приветствую всех участников Республиканской Олимпиады по родным языкам и литературам. Который год уже Институт развития образования Республики Башкортостан выступает в роли оператора данного славного мероприятия. В этом году в Олимпиаде участвует более 200 обучающихся из общеобразовательных организаций Республики Башкортостан, которые в качестве родного языка изучают татарский, чувашский, марийский, удмуртский языки. Олимпиада по родным языкам и литературам – это арена, где каждый участник показывает свою преданность, любовь и уважение к родному языку. Вы – интеллектуальный потенциал нашей республики. Я уверен, что каждый из вас достоин победы. Поэтому, какие бы результаты вы ни показали, работа, проделанная вами до республиканского этапа Олимпиады, уже заслуживает самого искреннего признания. Я желаю вам достойно выступить во всех турах, продемонстрировать накопленные знания и представить себя знатоками родного языка и литературы. Успехов вам, друзья! Спасибо вам, Азат Вазирович, за теплые слова. Зур рахмет. Слово для приветствия предоставляется заместителю председателя Совета региональной общественной организации «Национально-культурная автономия Татар Республики Башкортостан» главному редактору газеты «Кызылтаң» Фатхетдинову Фаилу Камиловичу. Хурматли укучылар, хурматли татар теле һәм әдәбияты укытучылары. Мин сезнең барыгызны да республика күләмендә үткәрелгән татар теле һәм әдәбияты буенча олимпиада катнашуыгыз белән ихлас күңелдән Башкортстан татарлары милли мәдәни автономиясе исеменнән кайнар котлыйм. Бүгенге олимпиаданың мин бары тик ике генә үзенчәлегенә тукталып үтәсем килә. Беренчесе, татар телендә олимпиадада катнашу ул зур горурлык. Чөнки сез буыннан буынга тапшырылып килгән туган телебезне иң яхшы белүчеләр һәм шушы телдә шушы көннәрдә олимпиада катнашып үзегезнең белемегезне сынап карыйсыз. Икенчедән, ул сезнең өчен зур мәртәбә. Ни өчен дигәндә, сез инде җиңүчеләр. Чөнки үзегезнең районда, үзебезнең туган телебез, татар телендә олимпиада катнашып, сез инде алдынгы урыннарны яулагансыз. Хәзер инде үзегезнең көчегезне республика күләмендә сынап карыйсыз. Шушы сынауда мин сезгә үзебезнең татар милли автономиясе исеменнән зур уңышлар телим. Һәм мин уйлыйм, сез бу олимпиада сынатмассыз, призлы урыннарны алырсыз,
әкімлерінде призлы орындарын алмай, көңіліңізді түшірмегіз. Демек әлі сізге өзіміздің тіліне тағын да тереңтін үйренер үшін ол стимул болашақ. Оңышлар сізге. Спасибо вам, Фаил Камилович. Зур рахмет. Для поздравления слово предоставляется председателю региональной общественной организации Чувашская национально-культурная автономия Республики Башкортостан Викторову Виталию Васильевичу. Уважаемые друзья, Херликен, Ираклон, от имени Чувашской национально-культурной автономии Республики Башкортостан приветствую участников Олимпиады. Министерство образования Многонациональной Республики Башкортостан в эти дни посвящает нас изучению родных языков народов Республики Башкортостан. Сегодня участники Олимпиады окунутся в мир родного языка и литературы. Желаем всем участникам бодрости духа, новых свершений во имя процветания толерантности всех народов Республики Башкортостан и России. Для поздравления слово предоставляется председателю региональной Марийской национально-культурной автономии РВЛМАРИ Республики Башкортостан Ялаеву Виталию Георгиевичу. Порокича, погалами тунемша, да тунектышу влаг, Марий Елмам, да Марий литературам тунемша влаг. Региональный этап Марийской Олимпиады, Олимпиады по марийскому языку и литературе начинается в эти дни. Мы знаем, что на региональный этап отобраны сильнейшие учащиеся наших образовательных школ, будущие специалисты марийского языка и литературы, я в этом уверен. И нам сегодня очень приятно, что среди вас присутствуют сильнейшие, да, и этот этап позволит отобрать позволит определить лучших специалистов марийского языка и литературы, тех, кто освоил эти знания наиболее качественно и проявит самые свои лучшие знания и навыки. Я сам в свое время тоже был участником, победителем даже одного из этапов региональной олимпиады по марийскому языку и литературе. И сегодня приветствую вас уже от лица региональной Марийской национальной культурной автономии РВЛМАРИ. Я хочу поблагодарить Министерство образования Республики Башкортостан за организацию даже не в это непростое время, несмотря на онлайн-формат, мы имеем возможность провести эту олимпиаду. И мы, как автономия, тоже не остались в стороне, подготовили небольшие призы для победителей. И на самом деле очень отрадно, что вы сейчас, каждый из вас в своем районе стал победителем, да? Вы как раз таки наш будущий актив, те люди, которые будут помогать нам, будут стоять рядом с нами в продвижении марийского языка, сохранении марийской культуры, сохранении марийских традиций, обычаев. И вы наше будущее, поэтому мы очень надеемся на вас и очень ждем вас в наших городах, в наших автономиях, чтобы вы будете помогать своим старшим товарищам в сохранении, в развитии марийского языка, марийской культуры. Спасибо вам огромное, вам хочу пожелать большой удачи, еще раз поблагодарить вас за то, что вы с душой относитесь ко всему тому, что нас касается нашего марийского народа, марийской культуры. Спасибо вам большое, удачи вам всем. Благодарим вас, Виталий Георгиевич. Зур рахмет. Слово предоставляется председателю региональной общественной организации Республиканский национально-культурный центр Удмуртов Башкортостана Гарифуллину Салимьяну Гарифуллиновичу. Здесь врач Гажанович Ерс. Уважаемые организаторы и участники Республиканской олимпиады по родным языкам и литературе, разрешите приветствовать вас от имени национально-культурного центра Удмуртов Башкортостана. Удмурты говорят «Анайкал», что перевод на русский язык означает «язык матери». Подчеркивая этим, что родной язык для удмуртов так же дорог и любим, как и мы. И сегодня, когда все больше молодежи и детей не разговаривают на родных языках, это республиканское мероприятие даст толчок, по нашему мнению,
осознанном изучении и сохранении языка матери, чтобы наши народы не потеряли свою самобытность, сохраняли и развивали свои обряды и фольклор, обычаи и традиции. Разрешите пожелать организаторам успехов, а нашим учащимся участникам Республиканской Олимпиады хороших результатов и побед. Благодарим вас, Салимьян Гарифуллинович. Рахмет. С нами на протяжении 2 дней будет работать компетентное жюри. Насипов Илшат Сахиатулович. Абсатарова Серафима Ивановна. Каратаева Лариса Валерьевна. Давлетова Ольга Рахимзяновна. Афанасьева Лира Аркадьевна. Ахунова Ильмира Галиакрамовна. Галиева Римма Танзиловна. Гареева Раушания Рауфовна. Зарипова Эльмира Фарагатовна. Илиева Алена Андреевна. Карпова Наталья Степановна. Курбанова Галия Баязитовна. Мансуров Илсур Салихьянович. Миниахметова Танзиля Фанситовна. Мукимова Насима Анваровна. Павлова Людмила Николаевна. Сагидулина Лилия Рашитовна. Садыкова Венера Анваровна. Сулейманов Руслан Флюрович. Тарасова Гульнара Халяфовна. Тайгильдина Ирина Георгиевна. Хазипова Люция Хунзяновна. Халиуллина Альбина Габитовна. Халиуллина Нурия Усмановна. Желаем членам жюри объективности, сил и терпения, а участникам Олимпиады оптимизма, упорства и веры в свои силы. Любите свой язык, храните не на день, а на века. Не забывайте никогда мелодию родного языка. На этом торжественная церемония открытия Республиканской Олимпиады по родным татарскому, марийскому, чувашскому, удмуртскому языкам и литературам завершается. Хау булыгыз, осырашканга тиклем. Башкортостан.